Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Удачи на нашем канале! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. На повестке дня в нашей стране много обсуждалась тема возможности бракосочетания Ибрагима Чаликколы и Бирджи Акалай. История любви между двумя известными именами, казалось, в скором времени закончилась тоской по женитьбе. Однако, по слухам, семья Ибрагима Чаликколы не одобряла отношения их сына Бирджи Акалая. Ибрагим Чаликколы объяснил причины несогласия его семьи с возможностью брака. Он сказал, что его семья использовала эту позицию, чтобы объяснить конфликты в их отношениях. Он сказал, что его семья любила Бирджи Акалай, но их не устраивала возможность женитьбы. Этот вопрос был с большим любопытством встречен фанатами Ибрагима Чаликколы и Бирджи Акалай. Однако тот факт, что история любви между ними еще не закончилась, сделал эту тему еще более обсуждаемой. Чтобы понять отношения дуэта, фанатам нужно больше узнать о прошлом дуэта. Ибрагим Чаликколы избегал говорить о своих отношениях с Бирджи Акалай. Однако считается, что прошлое между ними и желание их семей привели к прекращению отношений. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Какой позор в следующем видео? Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Удачи на нашем канале! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. На повестке дня в нашей стране много обсуждалась тема возможности бракосочетания Ибрагима Чаликколы и Бирджи Акалай. История любви между двумя известными именами, казалось, в скором времени закончилась тоской по женитьбе. Однако, по слухам, семья Ибрагима Чаликколы не одобряла отношения их сына Бирджи Акалая. Ибрагим Чаликколы объяснил причины несогласия его семьи с возможностью брака. Он сказал, что его семья использовала эту позицию, чтобы объяснить конфликты в их отношениях. Он сказал, что его семья любила Бирджи Акалай, но их не устраивала возможность женитьбы. Этот вопрос был с большим любопытством встречен фанатами Ибрагима Чаликколы и Бирджи Акалай. Однако тот факт, что история любви между ними еще не закончилась, сделал эту тему еще более обсуждаемой. Чтобы понять отношения дуэта, фанатам нужно больше узнать о прошлом дуэта. Ибрагим Чаликколы избегал говорить о своих отношениях с Бирджи Акалай. Однако считается, что прошлое между ними и желание их семей привели к прекращению отношений. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Какой позор в следующем видео? Береги себя. До свидания.